На записи видно, что медведь бежит по трассе, соединяющей Адлер и центр Сочи. Животное испугано и озирается на машины. Пока неизвестно, как именно медведь попал на дорогу, дикий он или какое-то время содержался в вольере. Простор для размышлений есть, как и повод лишний раз в темное время суток внимательно смотреть на обочины. Возможно, вы автор следующего ролика.